Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Розе, и это обновление Lineage 2 Mobile. Небольшое обновление. С 18 января по 1 февраля увеличен опыт в групповых подземельях 2 раза. И также увеличена награда до 2 сундуков. Также с 18 января по 1 февраля будет присылаться письмо. В 9 часов утра энергия Энхасад 1000 единиц. Сундук со свитком поручения Энхасад 2 штуки и заряд души 500 штук. И обновлены коллекции башни дерзости. Ивенты обновления все. Теперь перейдем в магазин, чтобы я освещал магазин, кто-то мне писал. Я паки не покупаю, но хотите, давайте посмотрим, что же предлагает нам магазин. Сундук потрясения зельями. Зелье дракона, которое крафтится, перекрафтивается как бонус к опыту. Увеличение статов. Также при помощи зелья дракона можно создать большое зелье дракона и разные вещи с некой вероятностью. И случайная награда из сундука потрясения. Карты класса потрясения высокого качества 11 раз. Две штуки от улучшенного до легендарной. Карта улучшенного класса потрясения 11 раз. Три штуки. От улучшенного до героический. Дальше у нас идет сундук с орденами славы. От 20 тысяч до 100к с одного сундука. Знаки поручения от 20 до 100 тысяч. Кристаллы от 12 до 50 тысяч с одного сундука. И улучшенный кристалл от 125 до 1000 с одного сундука. Реликвия энергии в количестве 120 кубков. Кристалл души потрясения 11 раз. От улучшенной до легендарной. Сундук потрясения с пособием высокого качества на выбор. В количестве 3 штук. Также тут акция. Если вы покупаете, напишите мне, знающие ребята, если вы покупаете все или это после каждого сундука. Вы 4 раза покупаете пак, и вы получаете героический кристалл души, который рандомно вам может попасться душа героическая. Аналогичные награды, как в предыдущем паке, только тут меняются у нас уже карты Агатиона и карты улучшенного Агатиона. Вот такие вот паки, вот такой вот Lineage 2 Mobile. С вами был Розе, пишите комментарии, ставьте лайки, пишите, во что сейчас играете или вообще чем занимаетесь в такое тяжелое время. С вами был Розе. Всем до новых встреч.